Здравствуйте, это программа «В порядке». В студии Екатерина Кутузова, начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Приморскому краю. Сегодня в программе: возгорание легковой машины на улице Русской, рекомендации, как уберечь автомобиль от пожара, и старт туристического сезона, правила безопасности. По оперативным данным, за прошедшую неделю на территории Приморского края зафиксировано 347 техногенных пожаров, 71 из которых произошел в жилье. К сожалению, на пожарах погибли 6 человек, травмированы 3. К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий сотрудники МЧС России привлекались 7 раз. Пострадали 11 человек. На водных объектах произошло 2 происшествия, спасено 2 человека. К сожалению, погиб 1. Основными причинами пожаров по-прежнему остаются неосторожное обращение с огнем и нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования. 29 марта на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля на улице Русской в городе Владивосток. Уже через 7 минут на месте работали огнеборцы. На момент прибытия пожарных транспортное средство было охвачено пламенем. В результате пожара автомобиль поврежден огнем, на площади около 6 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Чаще всего пожар начинается в отсеке двигателя, реже – в салоне автомобиля. В единичных случаях – в элементах ходовой части автомобиля от трения. Чтобы уберечь автомобиль от пожара, специалисты рекомендуют: вовремя проходить технический осмотр автомобиля, устанавливать магнитолу, сигнализацию, предпусковой подогреватель двигателя только в специализированных центрах. Если в автомобиле стоит газовое оборудование, следует проходить технический осмотр в специализированной мастерской, а в случае появления запаха газа немедленно обращаться к специалисту. В салоне автомобиля всегда должен быть огнетушитель. Необходимо следить за исправностью всего электрооборудования, не держать посторонние легковоспламеняющиеся предметы в моторном отсеке, перевозить горюче-смазочные материалы только в герметичных емкостях, которые не должны подтекать. Если автомобиль загорелся, необходимо заглушить двигатель и остановиться, выйти из машины и высадить пассажиров, отправив их на безопасное расстояние, применить огнетушитель, если это не предоставляет угрозы, незамедлительно вызвать пожарную охрану. С наступлением теплой весенней погоды граждане отправляются на отдых в походы в лесные массивы. В связи с этим не стоит забывать о безопасности в туристический сезон. Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует туристическим группам и отдельным туристам регистрировать свои маршруты у спасателей. Это необходимо для обеспечения безопасности туристов и оказания в случае необходимости своевременной квалифицированной помощи. Отметим, что регистрация туристических групп в разы сокращает время поисков граждан. В случае, если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия, звоните на телефон пожарно-спасательной службы 101 или на единый телефон вызова экстренных служб 112. Помните, ваша безопасность – ваша ответственность.